Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Номер 4. По каждому рисунку составь и запиши сумму. Выполни вычисление. Рассмотрим красные косточки на счетах. Они составляют число 500, 12. Зеленые 336. А теперь произведем сложение. Сначала складываем единицы. 2 плюс 6 будет 8. Затем десятки. 1 плюс 3 – это 4 десятка. И сотни. 5 плюс 3 – это 8 сотен. У нас получилось число 848. Рассмотрим второй рисунок. Красные костяшки на счетах. 303. Десятков 0. И зеленые. 253. Произведем сложение. Складываем единицы. 3 прибавляем 3. Получаем 6 единиц. Десятков у нас всего 5. И сотен также 5, потому что 3 плюс 2 будет 5. Ответ 556. Рассмотрим третий рисунок. Сотен у нас красных 424. Из них 2 десятка и 4 единицы. Зеленый сотен 5, десятков 5 и единиц 3. Производим сложение. Складываем единицы. 4 плюс 3 будет 7. Десятки 2 плюс 5 – 7. И сотни 4 плюс 5 – 9. У нас получился ответ 977. Возникли вопросы? Оставьте комментарии.